шахматы. Первым шахматистом еврейского происхождения был Али, сын раби Шаула из Табаристана, живший в IX веке. К XI веку шахматы проникли в Европу и стали весьма популярны среди евреев. Эммануэль Ласкер полагал, что вследствие тяжелых исторических условий у евреев получилось сильное развитие фантазия и воля, компоненты, необходимые шахматисту. Кроме того, во времена Галута многие профессии были недоступны для евреев, и шахматы стали их проводником в мир за пределами гетто. Из 14 чемпионов мира 8 шахматистов еврейского происхождения. Вильгельм Стейнс, Эммануэль Ласкер, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Борис Спасский, Роберт Фишер, Гарри Каспаров и Владимир Крамник. Шавуот. Праздник в честь дарования Торы на горе Синай. Шавуот празднуется через 7 недель, 49 дней, после второго дня Песоха, 6 числа месяца Сивана, примерно май-июнь. Согласно традиции, 10 заповедей были даны 6 Сивана в первую ночь Шавуота. Сразу после Песоха начинается сбор урожая и заканчивается на 50-й день. Поэтому Шавуот – это еще и праздник жатвы, получивший второе название – Пятидесятница. Штраймл – большая круглая меховая шапка, элемент традиционного праздничного костюма восточноевропейских евреев. Штраймл – ласкательная форма от слова «штрам» – «шапка». Его носят хасиды в особо торжественных случаях. Простой штраймл, состоящий из кипы, отороченной лисьим хвостом, носят венгерские, галицийские и румынские хасиды. Украинские носят низкие мохнатые шапки, их еще называют Чернобыль. А высокие цилиндрические штраймлы – польские хасиды. Штраймл носят только женатые мужчины. Исключение составляют лишь несколько десятков потомственных иерусалимских семей, где штраймл могут носить подростки. Одна из версий гласит, что во времена изгнания евреев из Испании их хотели унизить, заставляя носить на голове мех нечистого животного – хвост лисы, чтобы отличать евреев от других народов. Но евреи превратили этот знак позора в знак отличия.